отмечаем праздник весны и праздник хорошего настроения. Сегодня к нам придут гости разные. Вы с ними со всеми познакомитесь, поиграете, узнаете что-то интересное, новое. Давайте будем с вами отмечать этот праздник. Слышу, слышу, кто-то уже к нам идет. Ребята, давайте посмотрим, кто это. Веселинка, ты ничего не забыла? Thank you.
Там говорят, что это какой-то кролик Бенни. Вы знаете такого, ребята? Нет. Алло, кролик Бенни. Ребята, он летит на самолете издалека. Прилетел к нам из далекой Англии. И по секрету вам признаюсь, он абсолютно не говорит ни на русском, ни на украинском языке. Только на своем родном. Наверное, на французском, да?
когда мы делаем добро, мы получаем в ответ намного больше. Когда мы видим счастливые улыбки детей, вот как сегодня, мы хотели собрать больше деток, получилось меньше. В итоге, когда мы видели, как детки аплодировали, как они радовались, и те, которые выступали, для них это тоже очень большой праздник, для них это тоже своеобразный экзамен. Детки, которые получили действительно очень много положительных эмоций, когда они были на этом празднике, и когда они получили те же шарики, те же сладости, это то, что им останется еще там на несколько дней, действительно, напоминание, это на самом деле здорово. То есть мы это вот хотели, и вот это была цель наша, мы это сделали. Мы помогаем людям и пожилого возраста, мы помогаем точно так же людям, которые просто нуждаются в нашей помощи. Это многодетные, это переселенцы, это семьи, где есть инвалиды, и люди, которые не могут помочь, как бы они нуждаются в определенной какой-то помощи. То есть люди, которые, например, там работает один папа, мама сидит с детьми и, естественно, на одну зарплату. Они не могут позволить купить вещи детские, продукты определенные. То есть мы собираем продукты, мы собираем детские вещи, это даем их. То есть мы помогаем абсолютно всем, у нас нет никаких либо там предпочтений. То есть человек к нам обращается, мы всегда идем навстречу и всегда делаем все, чтобы ему помочь. Когда мы что-то даем, мы получаем намного больше. Тогда, когда я вижу, что человек действительно получает удовольствие, когда ты понимаешь, что ты сделал мир чуть-чуть светлее, чуть-чуть добрее, это на самом деле здорово очень сильно, потому что сейчас очень много негатива отовсюду идет, и когда где-то хоть чуть-чуть что-то позитивное такое появляется, на самом деле это здорово, и это то, что мы хотим донести людям, что если ты хочешь помогать, ты можешь помогать всегда, ты можешь помогать в любое время, а для этого не обязательно иметь очень много денег, для этого не обязательно иметь там много каких-то вещей, достаточно просто желания и немножечко времени, потому что один человек, он не может сделать много, какую-то большую работу. А когда нас много, когда мы помогаем друг другу, когда один человек может просто потратить свое время, чтобы помочь что-то сделать бесплатно, другой человек может действительно какие-то вещи купить, либо продукты, на самом деле мы можем сделать и город наш лучше, и людей тоже лучше, потому что когда ты сделаешь кому-то хорошее что-то, когда тебе что-то делает человек хорошее, тебе, соответственно, хочется сделать и подарить вот это какое-то добро, частичку добра и частичку чего-то такого светлого и другим людям. То есть это распространяется точно так же. Поэтому надеюсь, что как можно больше таких акций, если будет в Южном, тогда, соответственно, и город наш тоже станет лучше и светлее, и добрее. Мы никому не звонили. Это люди, которые сами позвонили, они сами откликнулись. Они большие молодцы, им огромное спасибо. Хочется отметить абсолютно всех, даже те, кто сегодня не участвовали, те, которые просто нам помогли. Это все-таки жители в первую очередь, потому что без них мы не смогли бы это сделать. Это и сладости, это и шарики. Шар Люкс молодцы, они привезли шарики, они все организовали, очень красивые шарики. Дети были очень довольны. Нам очень сильно помогли детский клуб «Радуга», это ведущая наша Наталья, она большая умница, большое ей спасибо. Танцевальная студия «Позитив». Детки умнички, я даже не ожидала, я сама получила очень много положительных эмоций, они очень хорошо танцуют. Это школа раннего английского языка. Это наши любимые фиксики, это Magic Room, аниматоры великолепные. И Веселинка, которая встречала, которая развлекала, которая танцевала вместе с нами. Если я кого-то забыла, честно, я извиняюсь вообще. Нам настолько помогли, мы действительно, мы здесь это делали не вдвоем с Виталиком, мы это делали все вместе. Все аниматоры помогали, все аниматоры нам помогали, и шарики одевали, и тоже со сладостями тоже помогали, это все раскладывали. Поэтому мы вот действительно почувствовали, что мы одна команда. Мы не вдвоем, а вот действительно помогали все. Точно так же и руководство ДК, кстати. Большое спасибо директору, большое спасибо администратору, и то, что представили этот зал, то, что помогли нам это все расставить. И, конечно, руководство после того, что они дали добро на это, на проведение. Большое спасибо точно даже хочется сказать и туристическому агентству «Поехали с нами», потому что люди всегда приходят туда, в первую очередь приносят вещи какие-то для нас, те же сладости, и люди знают, что если что-то они могут передать, они обычно просто приносят к нам в наше турагентство. У нас есть наша страничка ВКонтакте, группа помощи называется «Сделаем добро», то есть любой человек может с нами связаться. Я думаю, ВКонтакте практически у всех есть свои странички. Есть наши там телефоны, есть контакты, это я и Виталий, с которым всегда можно связаться, либо попросить о помощи, либо поучаствовать. Участвовать могут абсолютно все, это не только южненцы, как помогали нам со сладостями, помогала нам жительница Исычевки, точно даже помогла нам и жительница Коблева. То есть
это не, у нас нет никакого ограничения. То есть любой человек, который хочет что-то сделать хорошее, он может всегда это сделать, может всегда присоединиться, мы всегда с радостью, мы всегда ждем людей, которые действительно хотят сделать какое-то добро и нам помочь. На 9 мая, естественно, мы хотим делать, потому что очень мало у нас осталось участников боевых действий. На 23 февраля мы брали списки всего лишь 14 участников боевых действий Великой Отечественной войны. Поэтому, естественно, мы обязательно точно так же будем обзванивать наших участников, узнавать, в какое время к ним можно прийти. Это будут какие-то подарки, то есть как получится, я не знаю. Но обычно мы стараемся делать какие-то продуктовые наборы, потому что, к сожалению, наши пенсионеры и ветераны, они не могут себе много чего позволить. То есть мы стараемся их как-то праздновать какими-то лакомствами, которые они редко могут себе позволить. Это какие-то фрукты, это, опять же, сладости. То есть люди, то, что люди обычно любят такого возраста. А у нас есть и лежачие ветераны, лежачие участники, то есть тоже мы приходим, мы их поздравляем. Есть у нас один участник боевых действий, и он лежачий, жена у него, его супруга, она тоже приравнена к участнице, и она за ним присматривает. Мы вот, например, тоже собрали продукты, 8 марта тоже пошли ее поздравили, то есть ей было очень приятно, то есть как бы я знаю, что она участница, и у нас действительно просто были продукты, мы решили вот ей вот помочь, то есть как уже посмотрим, то есть мы как соберем, как у нас все получится, мы обязательно поздравим 9 мая наших ветеранов, обязательно, потому что их очень мало осталось, отблагодарить и сказать еще один раз слова благодарности за то, что они сделали, то, что благодаря им мы сейчас вот живем на этой стране, то, что они ценой своей жизни, ценой своего здоровья, они действительно нам подарили этот мир. Перед Новым годом у нас в городе Южный организовалась команда таких молодых и активных людей. Я знаю Наташу давно, есть еще такой парень Виталий. Вот они объединили таких людей, которые неравнодушны к проблемам других людей. Они создали эту команду, начали помогать многим южнинским жителям престарелого возраста. Они ходили к ним домой, оказывали материальную помощь, моральную поддержку и физическую. Помогали по хозяйству, приносили им продукты, делали уборку в квартирах. Теперь они уже окрепли, и теперь у них уже появилась вот возможность организовать такое мероприятие. На мероприятие они пригласили деток из малоимущих семей, детей-инвалидов. Они обратились в центр молодежи, там им сказали, каких детей можно пригласить. Был вот, организован такой праздник. Наташа обратилась ко мне, и мы с удовольствием помогли в организации такого праздника. Девочки пришли. Так что я думаю, что это не последний раз. Я думаю, мы будем еще проводить какие-то такие мероприятия. Мне очень понравился праздник. Он был веселый. Мы учили с Бенни английский, чинили телефон с фиксиками, сами ставали фиксиками. И было очень много игр. Детям, конечно же, нравятся такие праздники. Они хотели, чтобы такой праздник был хотя бы целый день. І кожен день. Мені найбільше подобалось, як я виграла і коли роздавали подарунки. Мені дуже подобається свято для дітей. Там дуже багато подарунків, роздають шарики. Мені було дуже весело. Мені дуже хотілося б, щоб такі праздники були кожен день. А п'яник будеш? Давай. Вот у меня желтый, а у меня белый. Белый? Какой я хотела? Красный или какой ты хочешь? Мне красный. Давай, бери красный. Бери красный. Какой ты? Какой? Бери желтый. Держи. Красиво? А шарик? Держи. Вот зеленый, какой ты хочешь? Какой ты хочешь шарик? Бери, бери. У кого лопнул, можно подойти еще? Это он у девочки из рук.